Так, блин. Упаковывать сейчас буду. Это, естественно, обрежу. Ну, красивый. Вообще шикарный цвет, так люблю. Так, это Али. И это девчатам Оли и Али. Подшитки. Так что готовлюсь. Ветрище какое-то кошмарное просто. В общем, девчонкам тут завернула отчитки одной, да, второй. И ирис вот этот же красивый отправлю. А Олечке еще ее цветочки сейчас упакую и поедут с цветочками отчиточки. Вот так вот мы друг другу помогаем, делимся. Я говорю, мне уже приятно, что я тоже только-только с садовыми начала дружить. Ну, и уже могу с кем-то поделиться. Ой, этот красотунчик. У нас тут упаковочка. Вот перед отправочкой Олечки на цветочки покажу. Все тут целенькое. Были же на передержке. Тут они не очень были хорошие, когда пришли. Ну, не самое лучшее растение. Пошел листочек, корешочки. Сейчас я быстро сниму, что тут все хорошо. Так, два. Все тут в росте. Листочки, корешочки, листик идет. Все хорошо. Вон у нее все корни в росте. Хорошо. Ну, если помнить, в каком были состоянии, я думаю, просто отлично. Как они сейчас себя чувствуют и как они выглядят. Небо и земля. И вот. Листочек. Корешулечки. Мандала. Все растут. Все, сейчас будем запаковывать. Вместе с отчиткой. Вот всю ночь двери откроются, двери закроются. Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. Вон вверху открылась. Сейчас закрою. Бац! Как пианино. На одном этаже, потом на другом этаже. Потом на третьем, на четвертом. Ветрище кошмарное поднялось. Уже сетку он оторвало. Как нашу дверь сейчас бум-бум-бум. Так и там только, там их много. И свою-то я на ночь закрою. Ой, вообще. Что творится? Бац-бац, бац-бац. Ветер, пыль. Чего он? Жесть. Погода меняется на раз-два. С утра жара, сейчас он. Ветер, тучи. Ух! Бедная наша сеточка. Тут все у меня повалило уже. Разнесло. Вон они. Открываются дверцы. Бах! Жуть. Ну, будет дождь, походу. Там уже он идет. Видно. И гроза, походу, будет. А эти все работают. Мне аж страшно. Там такие порывы. А они там работают. На кранах этих. Сейчас куда-нибудь что-нибудь отлетит. Полетит. И все. Бац. Слышишь? Слышали? Это тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. И с утра до вечера бах-бах-бах-бах. Бежит, 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 быстрее, быстрее спускается. Летит тетя Мотя с крана. Давай, давай, ты что тут? Быстрее, быстрее. Да, тут шороху погода навела. Молодец, я давно хотела сказать. Давно пора закончить. Не хватало еще.
Ну а что смешного? Ты видишь, что-то какие порывы тут. Что там сидеть в этом кране? Все такое колоритное. Повар у меня доча. Не знаю, что тут нажарит. Ну, планируется что? Оладушки. Ну, посмотрим, да? Дочунь, а вкусно будет хоть. Надеюсь. Давай, готовь. Проверим. Что-то тут получается. Доченька, ну и не пышный. Ну, ничего страшного, зато вкусно. Вкусно? Угу. Ну, ладно. Мона? Не мона. Можно. Ну, давай дальше делай. А то я мужикам там на улице помогаю. А передай это папе, то, что тут это ладушки готовятся. Он сейчас придет. Угу. Заехали в Чижик. Меня вкусняшку пробило. Левушку люблю. Конфетки. Так, по сладкому прошлись. Сейчас возьмем с вами морковь и лук. Будем делать плов. Ну, морковь-то взяла, а лука нет. На пловчик-то. Лук пусто. Пусто там. Так, ну пока наши яблочки не поспели, возьмем здесь и яблочки. Рис надо посмотреть. Я готовлю с круглозерного. Цена одинаковая, поэтому возьму для плова. Чаек с сахарком обязательно. Слушай, это самое. А когда деревья прививают? Деревья прививают? Да я ж откуда? Не зимой. Нет, ты можешь хоть о чем-то думать другом? Пошли в магазин называть. Когда деревья прививают? Вика сот раз ходила за хлебушком. Мороженое взяли. Ну, очень-очень нравится такое вот варенье с черной смородиной. С тем же мороженым. Обалдеть. Сейчас возьмем сырочек. Тоже нам тут нравится. Он. Такой он и кушает ложками. Как мороженое. Приехали с магазина, взяли еще такой тарц. Надо придумать, куда повесим. Любим. Ну и так, в принципе, вы все видели. Хлопушки, мопушки, чаечек. Майонез, картошка. Капля колбасы что-то купил муж, хотя мы уже говорим. В основном свое мяско ем. Едим. Муська тут напекла оладушек. Угу. Тут осталась капля вкусняшки. Сейчас попробуем оладушки ее. Ну, так. Папа пробу снял. Ням-ням-ням. Вкусно? Ням-ням-ням. Дочь, что делала? А ты говори громче, ням. Ням-ням-ням-ням-ням. Сейчас ням, прибежит. Ням. Вот тот чудовище. Ням-ням-ням-ням-ням. Как вкусно! Ням-ням-ням. Тутушки, ё. Тутушки. Чистим морковку для плова. Вкусно? Вкусно.